штатной мультимедийной системе нового Audi подключено дополнительное устройство, которое позволяет использовать современные приложения, которые можно самостоятельно скачать с Play Market, загрузить, установить и пользоваться ими так, как будто они всегда были в этом автомобиле. Наиболее часто используется Яндекс.Навигатор с сенсорным и голосовым управлением. Окей, Яндекс. Кроме того, часто пользуется YouTube, интернет онлайн ТВ, любые приложения с рабочего стола. Важный момент. Все штатное остается без каких-либо изменений и ограничений. Аналогичную систему можно установить практически в любой автомобиль без нарушения гарантии. Обращайтесь в BGT Workshop